10 февраля. Но в Испании плюс 17 где-то. Почти 19 градусов. Сезон у них практически не закрывается. Чему мы немного завидуем. У нас примерно 10 мотоциклов. Нет, 9 мотоциклов. И 11 человек. Едем вдоль моря в сторону Гибралтарского пролива. Будем переправляться на пароме в Марокко. Испания чем-то похожа на Крым. Но может быть немножко получше пока дороги.